Важная информация с доставкой на дом. Никакой агитации, только факты. Все, что нужно знать о выборах президента, которые состоятся 18 марта. Самарцам рассказывают члены участковых избирательных комиссий и общественники. Причем узнать все, что интересует, задать вопросы или заявить о желании проголосовать на дому можно в буквальном смысле без отрыва от дивана и телевизора. В действенности такого метода работы с населением убедилась и наша съемочная группа. Добрый вечер. Здравствуйте. Участковая избирательная комиссия 2730. Яна Шишковская. Позвольте вам задать несколько вопросов. Конечно. Вопросы председателя участковой избирательной комиссии Светлану Геннадьевну врасплох не застали. Женщина оказалась, как говорится, подкованным избирателем. По ее словам, за всю свою жизнь она не пропустила ни одной выборной кампании. Необременительная процедура оставила обе стороны довольными друг другом. Всего доброго. До свидания. В одном только Красноглинском районе им нужно обойти 10 многоквартирных домов и более 1000 квартир. В каждой людям задают несложные вопросы. Знаете ли вы о выборах 18 марта? Известно ли, где находится ваш избирательный участок? И рассказывают о новшествах. Жители достаточно активны. Мы очень рассчитываем на то, что данная программа позволит обеспечить более качественную явку на выборах. Информирование населения дает свои положительные результаты и в Куйбышевском районе областного центра. Общественники вместе с членами участковой избирательной комиссии рассказывают людям об изменениях в выборной системе 2018 года и отвечают на вопросы, как правило, заинтересованных слушателей. Мы должны провести работу по консолидации общества для того, чтобы показать единство и сплоченность нашего населения. А информирование – это будет лишний дополнительный шаг, потому что проинформирован – значит вооружен. Для многих стала неожиданной новость о том, что в этом году жители могут проголосовать не по месту регистрации, а там, где удобно, будь то другой район или даже регион. Для этого, правда, нужно предварительно написать заявление в территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Информирование избирателей в регионе находится на контроле у аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, который следит за работой участковых избирательных комиссий. Владислав Жирнов, Кирилл Козин, Сергей Александров. Новости губернии.